Здравствуйте, уважаемые зрители, с вами Екатерина Сиренко. И сегодня в гостях нашей виртуальной студии Максим Маратович Нургалеев, директор фонда «Возрождение», и Андрей Аркадьевич Иванов, общественный и политический деятель, глава оргкомитета Республиканской партии «За Отечество» Республики Беларусь. Здравствуйте, Максим Маратович и Андрей Аркадьевич. Доброе утро. Доброе утро. Сегодня день 7 ноября. Вот я лично с детства помню этот день, как день 7 ноября, красный день календаря. Вот это был праздничный день, государственный праздник. Его отмечали выходом на демонстрации с флагами, транспарантами. А что же отмечали вообще? Это, скажем так, праздник, это был праздник все-таки или это не праздник? Вот. Что скажете, Максим Маратович? Ну, я так понимаю, что это 7 ноября день праздновали день революции, то есть день, по сути, разрушения нашего государства. Если брать 7 ноября 1917 года, то там как раз произошла революция, после которой мы начали терять территории и поражение в войне и так далее. Я даже не знаю, что там именно празднуют, но каким-то способом людям умудрились навязать вот этот что-то в виде праздника. И закончилось это уже только с приходом Владимира Путина, когда этот праздник был отменен и был восстановлен праздник 4 ноября. Это сейчас он говорится День народного единства, но на самом деле это праздник День Победы национально-освободительного движения 1612 года. Вот. И мы понимаем, что вот этот день 7 ноября для нас больше, я думаю, траурная дата, чем праздник. Вот. Андрей Аркадьевич, вот скажите, пожалуйста, ваше мнение по поводу вот дня 7 ноября. Вот. Максим Аратович уже сказал, что скорее это траурный день, хотя вот мы на самом деле этот праздник отмечали так, что это был священный день для нас. Ну, здесь, чтобы дать ответ на 7 ноября, это была действительно Октябрьская революция, надо понимать, что это было за событие и почему оно произошло. Да? Что предшествовало этому событию? Этому предшествовал февральский госпереворот, когда к власти пришло пробританское временное правительство. То есть англосаксы смогли совершить госпереворот в России. И, собственно говоря, действительно траурной датой, правильно, на мой взгляд, называть именно февральские события, потому что это было предательство. Когда и родственники царя, и офицеры генерального штаба, и прочая знать, которая тогда была наверху, была подкуплена, была предательски слита вместе со всей страной. Это был первый такой сокрушительный удар по России того времени. Мы помним, что была тяжелейшая Первая мировая война, и царская Россия проиграла Первую мировую войну. Большевистский СССР выиграл Вторую мировую, да, Великую Отечественную, а царская Россия проиграла. То есть насколько тогда Россия была вообще слаба? Аграрная страна, которая вступила в фазу гражданской войны. Октябрь, он почему для нас был спасительным? Потому что был перехват управления, по сути дела, небольшой группой большевистских, значит, большевиков, да, именно в правильном понимании, не троцкистов, не коммунистов, а именно большевиков, которые работали на создание народного государства. И это там входил Дзержинский туда, Сталин туда входил, то есть была небольшая группа, которая смогла перехватить. Потом, конечно же, были, как сказал Владимир Владимирович Путин, допущены больше, чем ошибки, связанные с национальной политикой. Но, подчеркиваю, Сталин голосовал против. Просто большинством голосов на том политбюро было принято решение о том, что будет национальное деление. Не смогли тогда как бы отстоять единое унитарное государство. Но именно в тот момент было, значит, свергли временное правительство пробританское. И страна начала, да, она вступила в фазу тяжелейшей гражданской войны. Собственно говоря, британское влияние тогда, внешне англосаксонское, было уже настолько сильно распространено, что
мы, как говорится, били друг друга, как сейчас происходит это на Донбассе. Да, хотя это ну, был один народ, уничтожал друг друга в гражданской войне. Вот как бы что происходило. И вспоминаем слова царя Николая о том периоде времени. Он говорил, везде трусость, обман и предательство. То есть это то состояние информационное, из которого нужно было выбраться. И вот именно большевистский СССР ранний смог пройти за 2,5 пятилетки от аграрной страны, значит, отталкивая вот эту всю британскую систему влияния, выкарабкиваясь из нее, из этих, уничтожая этих агентов, как говорится, все было достаточно непросто в тот период. Мы смогли выйти с ну, промышленной державой, подготовиться, успеть, как говорил Сталин, нам нужно пробежать время, которое проходила Европа там 50 лет, за 2 пятилетки начала сомнуть. Да? И вот, собственно говоря, что удалось сделать большевистскому СССР раннему тогда. Поэтому я считаю, все-таки это событие нельзя вот так говорить, что это событие не знаковое, не значимое. Оно для нас очень знаковое, очень значимое. И в тот период, просто вот даже вот представить информационное состояние людей, где почта, телеграф, телефон решали, как говорится, о том, какое будет информационное состояние общества, где в каждой деревне был приход, и священник мог рассказать о том, как правильно жить. Вот, как говорится, все средства коммуникаций. В этот период, когда люди жили, ну, многие впроголодь, многие ну, в очень затруднительном бытовом смысле, то событие, конечно, развернуло нас на рельсы промышленного строительства. И повторяю, позволило победить в тяжелейшей войне 21 века, то есть 20 века, прошу прощения, тяжелейшей. И продолжался процесс нашего преображения, да, то есть относительно самостоятельного развития русской цивилизации до 1953 года, приблизительно до лета. До этого момента был весной убит Иосиф Сталин, потом Лаврентий Берия, два государственника мощнейших. Из 1954 года британский шпион, значит, троцкист, подчеркиваю, никакой не коммунист, нельзя путать коммунистов с троцкистами, нельзя путать коммунистов с большевиками, то есть очень точно нужно разбираться, то есть кто стоит за народное государство, да, Сталин, он народник прежде всего, он не был коммунистом, он был и марксистом, он был большевиком, он представлял интересы народа, то есть большинства, вот, и с 1954 года пошли сворачиваться все наши программы раннего СССР, прежде всего в стратегической сфере, в сфере образования. Сегодня эти документы уже вынесены на публичное обозрение, рассекречены, значит, поработали, как говорится, я так понимаю, специальные службы на эту тему. И мы, по сути дела, стали проводить первую, вторую, третью экономическую реформу. То есть начало делаться все для того, чтобы уничтожить все наработки раннего СССР, что, собственно говоря, успешно было сделано за 40 лет. И была возвращена номенклатура, которая... прикрываясь партийными билетами, прямо скажу, это факт, элитаризировалась эта номенклатура, решила, что она вправе эксплуатировать все заслуги и достижения предыдущих поколений. И, собственно говоря, поэтому-то они и соблазнились, вот эти люди, которые элитаризировались, соблазнились на джинсы, жвачки, на право стать богатыми в новой, ставлю в кавычки, России, да, имеется в виду 91 год. На самом деле, они совершили трагическую предательскую ошибку очередную. Везде была трусость, обман и предательство. Вспоминаем, все как в 17 году, 91 год. И сейчас мы с вами вынуждены, потомки победителей-освободителей, мы с вами вынуждены все это осознавать и выбираться из этого состояния не бескровно, к сожалению. Наши ребята сейчас воюют на фронте, находить возможности для того, чтобы пробудить самосознание народных масс, сформировать из них думающие сообщества и включить в созидательную работу, чтобы восстановить Отечество. Это непростая задача у нас. Поэтому мое мнение вот такое. Спасибо. Ну вот в пятницу мы отмечали День народного единства, 4 ноября был. И я бы хотела вот вам задать такой вопрос. Вот как вы считаете, какой вот был уровень освещения самого праздника? Средствах массовой информации, как вот его праздновали. Вот такой этот исторически важный день для нашей страны, вот, ну, я бы сказала, был важнее, чем 7 ноября, но вот насколько широко его освещали, вот как его праздновали, и еще был такой вот нюанс, я бы сказала, что людей не пустили возложить
цветы к памятнику Минину и Пожарскому вот именно 4 ноября. Вот, Максим Аратович, сначала скажите вы свое мнение, потом Андрей Аркадьевич. Но обратите внимание, что ничего нового не происходило. Все точно так же, как и в предыдущие года. То есть, ну, сказывается, конечно, это и показывает то, что мы находимся в оккупации, и вот в такой действительно знаменательный день, праздничный, где на самом деле оккупант пытается бороться именно с этой памятью, чтобы у нас ее не было, чтобы мы не знали, не чтили подобные праздники и вообще не вспоминали о том, что мы имеем способности и возможности к освобождению. То есть здесь мы напрямую можем связать вот то, что нас не пустили к этому празднику, к этому памятнику возложить цветы, к памятнику Минина и Пожарского. Это можно напрямую четко сказать, что это действует оккупационный режим, который именно пытается нас отвести от этого праздника. Но на следующий день все-таки открыли, люди зашли, очень много людей. Вот обратите внимание, что возле памятника Минину и Пожарскому всегда лежат цветы. Вот какой бы день туда ни подойти, цветы там всегда лежат. Пусть даже немного, ну, не в больших количествах, но есть. И это показывает все-таки то, что люди помнят об этом, знают. И вот с кем бы мы сейчас ни разговаривали, даже те, кто говорил, что даже, например, еще 5-6 лет назад не слышал ничего об этом празднике, но после того, как он узнал о нем, и действительно теперь это для него становится самый важный праздник, потому что он понимает на самом деле смысл тех событий 1612 года и те параллели, которые проходят, и они очевидны, с теми сегодняшними событиями. И, по сути, мы понимаем, что сейчас страна находится точно в таком же положении, ну, если брать с точки зрения науки. То есть, что было тогда, то происходит и сейчас, и это нам дает надежду, что по такому же принципу, такой же технологии народ сможет объединиться. То есть мы же понимаем, что произошло, почему называется День народного единства, вот так вот аккуратненько назвали этот праздник, когда действительно объединились. Когда объединились, народ объединился с боярами и с государственной властью. И вот это объединение, оно позволило, ну, я имею в виду государственную власть, это патриотических сил в органах власти. Вот точно так же, как и сейчас. Вот это объединение, оно позволяет восстановить суверенитет и свергнуть оккупационный режим. То есть вот по сути такое небольшое восстание Минина и Пожарского при поддержке народа и при поддержке патриотических сил в государстве. Я еще хочу добавить для наших зрителей, что у нас уже есть в Рутюбе, на нашем канале, видео, записанное с Иваном Петровым, который рассказывает про Минина и Пожарского, о том, какое значение эти люди имели вот для этого дня, для 4 ноября, вообще, что это за праздник, как вообще все происходило. Мы там очень подробно об этом рассказываем. Посмотрите, пожалуйста, если вот вы это еще не знаете, может быть, не до конца понимаете. Вот, а сейчас, Андрей Аркадьевич, пожалуйста, тоже скажите вот ваше мнение вот по поводу 4 ноября, вообще по поводу самого празднования, по поводу того, что вот также не дали возложить цветы, вообще как-то... Есть ли у вас какая-то информация о том, смогли ли наши активисты возложить цветы все-таки к памятнику Минину и Пожарскому? Я скажу так, что начало 17 века для России трагические дни, трагические годы. Вот это вот безвремение с 1598 года по 1613 год.
Ведь вы помните, что ворота Кремля польско-литовским захватчикам открыли бояре, то есть богатая знать. Это было просто предательство семи боярщины, предательство интересов страны. В тот период Россия действительно находилась в состоянии упадка. Большие территории, которые были практически беззащитные, северо-западные, юго-западные территории, к ним уже присматривались и шведы, и поляки, и, в общем, все, кто тогда имел возможность как-то сделать военную экспансию, все начинали уже присматриваться и, как говорится, прописывать за собой определенные территории Российской империи. И я скажу вам так, что и подвиг Ивана Сусанина в тот же период времени, да, помним, это все вот как раз начало 17 века. И, конечно, вот понимаете, как интересно получается, и князь Пожарский, и простой мясник, купец Кузьма, на самом деле Косьма, Минин его звали, да, если дать правильное имя, они смогли, по сути дела, тогда выразить тот божественный дух. Наверное, только так это можно объяснить, как говорится, потому что действительно Россия напрямую управляется Богом. Казалось бы, уже ничто не может ей помочь, уже все, как говорится, предано, продано. Но вот как раз именно пробуждение этого божественного русского духа, выразившегося в лидерстве двух исторических личностей, как теперь уже мы понимаем, привело к объединению тех в тот период времени всех созидательных сил, объединению народа. И действительно, это была эпохальная дата, эпохальная в прямом смысле слова дата для нашей страны, которая позволила нам сохраниться и как государственникам, и как народу, как государственности, и как народу. Поэтому ни в коем случае преуменьшать значение этого подвига, по-другому назвать нельзя, нельзя ни в коем случае. Что касается, почему не пускают, ну это и есть, мы же сейчас в состоянии войны, идет борьба. Что для этого сделал Владимир Владимирович? Потому что не показать акцию там, где участвует президент, по телевизору нельзя. То есть ее обязаны показывать согласно редакционной политике. Хотя, кстати, слово президент, да, если вы знаете, это высшая должность в британской колонии, слово «президент». То есть нам надо будет отменить, естественно, название «президент». Это должен быть верховный правитель, это глава государства, ну как угодно, да. Это будет, ну наше должно быть русское название. Мы даже матрично сейчас полностью находимся в колониальном состоянии. У нас президент. То есть это, я подчеркиваю, это высшее должностное лицо в британской колонии. Так называется. Вот, поэтому там, где участвует президент, вынуждены были показать. И Владимир Владимирович возложил цветы к памятнику Минина и Пожарскому 4 ноября и встретился с молодыми волонтерами. Там представители стройотрядов и, значит, различных там общественных движений, Народного фронта там, и так далее. Да, те, кто участвует сейчас в помощи Донбассу, помощи новым территориям. Очень такая, вы знаете, символичная встреча и очень, я бы сказал, образцовая этика Владимира Владимировича, просто образцовая этика общения. Прямо вот вы понимаете, сколько сейчас ответственности на этом человеке. Вот ну, это не отнять, не прибавить. Это ответственность историческая, она тоже это ответственность эпохи. Я имею сейчас в виду Владимира Владимировича Путина. И как легко, как этично, как уважительно, как внимательно. Как, не знаю, как сказать, как очень так интеллигентно он общался с ребятами, которые рассказывали ему о своей деятельности, о своем участии в государственном строительстве, в помощи трудным вот этим вот регионам, которые сейчас находятся под таким серьезным давлением, включая военное. Поэтому очень вот такой важный знаковый визит президента Путина на эту площадь, но это, пожалуй, единственное, что смогли показать телевизионные каналы, потому что, подчеркиваю, редакционная политика исключает демонстрацию в знаковые государственные праздники. Она еще находится у нас, все СМИ находятся, помните, Путин рассказал на Валдае, что все СМИ находятся под американским контролем. Он прямо на Валдае сказал, что вся повестка СМИ контролируется американцами, вся абсолютно. Ну, конечно, они не дадут рассказать, абсолютно не дадут ничего рассказать, не дадут, они просто будут противодействовать то, что мы с вами наблюдаем. Они показать президента не могут, потому что в редакционной политике прописано. Так что надо все это сметать уже, все это просто сметать
И надо преображать элиту, надо элиту вот так вот перетряхнуть, потому что, вы понимаете, тогда была семибоярщина, сейчас семибанкирщина. Но смысл-то такой же, они же тоже открывают ворота, финансовые, культурные, идеологические и прочие. Они открывают символично ворота оккупанту и держат их открытыми, что сегодня требует закрыть и навести порядок. Поэтому необходимо чистить и очень серьезно чистить все эшелоны управленческой вертикали, все. Народ должен это тоже поддержать, я считаю. Ну, вот такое мое мнение. Понятно. Спасибо. Вот, Максим Маратович, вот недавно вы были организаторами, ваш фонд был организатором концерта в поддержку раненых и военнослужащих в госпиталях. Расскажите, пожалуйста, вот как это было? Вот, уже, я так понимаю, концерт этот прошел. Ну, в данном случае это не наш фонд был организатором, это были организаторы творческие коллективы, но при поддержке нашего фонда. То есть творческий коллектив, он сам по себе, вот эта группа Некрасовского колледжа города Санкт-Петербурга, там есть два коллектива, один состоит из преподавателей, они выступают, и второй состоит из студентов. То есть эта группа, она около 50 человек в общей сложности. И, ну, так как это не коммерческая организация, это не какой-то там профессиональный там артисты, они, очень имеют желание выступать перед ранеными в госпитале, да, но у них нету, допустим, финансовой возможности. Вот наш фонд им предоставил эту возможность, они, в виде просто аренды автобусов для того, чтобы они смогли сами туда доехать и могли туда привезти свои костюмы, реквизиты. То есть просто на машинах это сделать сложно. И, конечно, у самого колледжа и у вот этих творческих коллективов, добровольцев, скажем так, нету своих средств на то, чтобы арендовать автобус. Автобус, это я так скажу, это не совсем так дешево, поэтому получается, что они обратились к нашему фонду, и фонд им оказал вот эту поддержку в виде аренды автобусов. Вот. Ну, и со своей стороны они нам предоставили отчет там, насколько это возможно. Естественно, там в госпитале очень все строго, съемка запрещена, снимать особенно раненых, там солдат вообще запрещено, там записывать какие-то интервью нельзя. Ну, вы это видите, да, вы не видите ни одного видео, которое было бы из госпиталя, на самом деле, потому что это полный запрет там. Но что смогли, они записали, естественно, пофотографировались, им разрешили там записывать само выступление. И конечно, тоже родители несовершеннолетних, там есть выступающие, которые были несовершеннолетние, их родители не дали тоже свое согласие. То есть мы должны были, если мы публикуем эти видео, мы их должны не показывать лица вот этих выступающих. То есть вот это мы все сделали, соблюли. Ну, конечно же, там из выступления, часового выступления примерно было видео. Ну, мы взяли небольшие отрывки, там, так как с этим очень проблематично. Надо же каждое лицо там закрыть, поэтому не так легко это все монтировать. Но, в принципе, взяли фотографии, взяли небольшой отрывок видео, взяли автобусы сами, фотографии, взяли фотографии самого госпиталя, там пофотографировали наши вот как раз эти выступающие добровольцы. И вот это все у нас попало так в небольшую отчетность, скажем, и она есть на нашем сайте Фонда Возрождения. Ну, если еще нету, то будет. И вот это профинансировали мы два выступления. Первое выступление состоялось 23 октября, а второе выступление, оно состоится, сейчас я вот не помню точно, или 26 или 29 ноября, то есть вот в этом месяце. Вот. Ну, а дальше мы уже посмотрим, как там дело пойдет. Конечно, есть творческие коллективы, которые находятся и в городе Краснодар, и в других городах вот эти творческие коллективы, и мы посмотрим, каким образом фонд сможет участвовать и поддерживать вот эти
коллективу именно для выступления перед ранеными в госпиталях, потому что сегодня, вот как сказал национальный лидер Владимир Путин, что необходимо организовать общенациональную повестку поддержки вооруженных сил. То есть, если мы делаем, участвуем, организовываем вот эту поддержку, то, конечно, это сказывается на общем моральном и других, на духе армии в целом, потому что человек, попадая в госпиталь, конечно, он нуждается вот в этой поддержке, именно в поддержке народа, точно так же, как мы также видим, как люди реагируют на те письма, которые им пишут дети, имею в виду военнослужащие, получая эти письма, как они реагируют. Также мы видим, как они реагируют на те же самые рисунки от наших юных участников, которые уже тоже присылают все больше и больше своих работ на фронт, именно доходят эти рисунки, письма, все это доходит, солдаты это читают и смотрят, и на самом деле реакция их вот неописуема, если которые моменты попадают на камеру, мы тоже стараемся это показывать, но в основном, конечно, реакцию передают те волонтеры и добровольцы, которые довозят эти гуманитарный конвой, вот, в котором находятся, допустим, эти же рисунки. И вот это все, оно, безусловно, помогает, поддерживает. Поэтому надо увеличивать, усиливать вот эту работу. И мы знаем, что сейчас и множество школ подключаются, и творческих коллективов. Мы постараемся, как фонд, со всеми выстроить коммуникации и поддерживать всех, кого только можем, и на этом пути, и вообще на пути патриотизма, где сегодня на самом деле очень важно понимать, что только патриотизм будет являться основой суверенитета. Максим Маратович, вот вы затронули про рисунки тему, да, вот у нас недавно вот мы объявляли о том, что Фонд Возрождения объявляет конкурс детских рисунков. А есть уже какие-то результаты вот по этим рисункам? Да, результаты у нас есть. Там несколько рисунков победителей мы уже опубликовали на сайте. Сами работы есть. Много работ есть, которые просто не участвовали в конкурсе. Их просто прислали, но чтобы для участия в конкурсе они как бы не вошли там. И их, во-первых, некоторые поздно прислали, во-вторых, некоторые просто прислали бандеролью в этот, в наш офис фонда в Казани, там бандероли с рисунками. Там во многих рисунках не указано просто имя, от кого это рисунки, то есть кто нарисовал, то есть кого наградить даже нету, просто вот большое количество рисунков самих вот пришло именно по почте. Вот мы сейчас будем также распределять, уже отправлять. Может, какую-то часть отправим раненым в госпиталя, и какую-то часть, может быть, отправим на передовую вот этих рисунков. Займется этим, я думаю, Равиль Гарифуллин, потому что он и занимается сейчас гуманитарной помощью. И, соответственно, все это вместе сможет туда отправить. Максим Маратович, скажите, пожалуйста, а вот есть какая-то вот обратная связь конкретно вот по концерту, вот, о котором вы сказали, вот, от раненых, да, то есть что-то они там, может быть, какую-то особую там благодарность какую-то выразили для вот этих творческих коллективов, потому что это все-таки ведь, скажем так, для вас тоже первые шаги, вот это вот вы начинаете делать. И чтобы понимать, вот есть какая-то обратная связь, вот нужно ли это продолжать, или как, какие ошибки вот есть в этом направлении? Насчет этого я предлагаю тогда вам, дам вам контакты, вы свяжетесь вот с организаторами и зададите им вот эти вопросы, по крайней мере, если они согласятся выйти в эфир,
сможете задать эти вопросы и уже более подробнее эту тему осветить. Потому что на самом деле насчет обратной связи именно от раненых я не интересовался. А единственное, о чем говорили сами организаторы еще раньше, то что обратная связь, она бывает именно от самих сотрудников госпиталя. И вот именно сотрудники госпиталя дают именно положительную обратную связь в том плане, что это очень, ну, скажем, благотворно влияет на вот этих солдат, потому что они действительно поднимаются духом, у них поднимается настроение после каждого выступления. И на самом деле, недаром, что это вот сегодня происходит, очень много творческих коллективов ездят вот по раненым и дают свои выступления. То есть туда не так-то на самом деле просто попасть, потому что там большая очередь стоит из этих творческих коллективов, которые готовы выступать. Ну а госпиталь, как мы понимаем, они дают возможность это сделать всем практически желающим. Поэтому вот, ну, солдат это, конечно, очень приободряет, поднимает настроение. И даже есть такие моменты, вот мне рассказывали, что именно военнослужащие, у кого есть, ну, состояние здоровья позволяет, они сами с удовольствием там участвуют в этих танцах и так далее, что там для них организуют, конкурсы, еще что-то. Вот все это для них это очень, мы так понимаем, важно, и в госпиталях об этом всегда говорят. Ну, я думаю, они всех абсолютно хвалят, потому что это надо, ну, человек приезжает, тратит свое время, тратит свои средства, потому что, ну, вот эти выступления, они же никак не оплачиваются, и чтобы добраться, допустим, до госпиталя, еще и с костюмами, там, с реквизитом, ну и понятно, коллектив там состоит не из одного десятка человек, это довольно, ну, затратное мероприятие. Спасибо большое. Вот очень интересная информация по этому поводу. Еще, я думаю, что дальше, когда будут какие-то другие мероприятия, мы будем уже узнавать и будем интересоваться, как это проходит. А сейчас я хочу вернуться к вопросу о проведении форума, который будет состоиться в Казани 19-20 ноября. Мы уже об этом проводили ранний эфир. Ну вот сейчас еще как бы дополнительные какие-то вопросы хотелось бы узнать. А вообще, как проходит работа, подготовка? То есть есть какие-то изменения? Вот, Андрей Аркадьевич, может быть, вы скажете что-то? Есть какие-то там новости вот по поводу подготовки к форуму? Да нет, все планово. Мы готовимся. Те, кто еще об этом не знает, вот, пользуясь случаем, надо напомнить, что 19-20 ноября, это уже очень скоро, в Казани пройдет первый патриотический форум «Голос Отечества». Подчеркиваю, можно выбрать любой вариант участия, платный и безоплатный. То есть я от всей души приглашаю тех, кто действительно патриотично настроен, тех, кто реализуется в каких-то созидательных проектах, приглашаю к участию. Во-первых, это поможет вам наладить горизонтальные связи на форуме, познакомиться с интересными спикерами, с лидерами мнений, прокачать себя на знания различных сфер в жизни, в профессии своей, может быть, в каких-то, найти себя в новых каких-то идеях. Все это нужно делать постоянно, потому что ведь это, по сути дела, форум, это событие, которое делается по принципу «все для фронта, все для победы». Внутри здесь, там, где нет фронтовой или фронтовой линии, фронт заключается, ну, грубо говоря, касается духовно-нравственной и социокультурной сферы. Здесь тоже нужно работать на пробуждение осознанности, на укрепление уверенности в победе, на пробуждение патриотических чувств, на поддержку друг друга, кто работает в этой области. Поэтому форум имеет очень мощное значение, и он именно выступает на, вот на, как бы держит фронт именно социокультурный и психоэмоциональный, который очень важен, и духовно-нравственный, конечно же. Очень не менее важен, чем важен фронт, который, где идет горячее соприкосновение. То есть мы должны укрепляться изнутри и помнить о том, что побеждает только, когда народ и армия едины. И очень, очень такой, я считаю, знаковый момент, что сейчас в процессе, вот когда осень, у нас впереди зима, сейчас очень будут такие более стесненные условия
именно в физиологическом смысле для военнослужащих более, наверное, придется преодолевать еще там и мороз, и какие-то, может быть, другие бытовые какие-то обстоятельства, которые как-то могут мешать, да, выполнению своего воинского долга. Все это придется стойко переносить. И вот вы знаете, очень важно здесь, вот Максим раз сказал, да, о том, что каждый солдат должен чувствовать, что идет поддержка. Для того, чтобы люди как можно быстрее проснулись к этой поддержке и осознали, что мы практически всей страной уже вступили в состояние противостояния с коллективным Западом, горячее противостояние, конкретно выразившееся в военные действия на бывшей советской Украине. И теперь уже это борьба за российские территории, да, за то, чтобы наша земля русская, исконная, вернулась к границе 45-го года, вернулась в свое отечество. Поэтому, чтобы это произошло как можно быстрее, чтобы национальная повестка, о чем сказал президент Владимир Владимирович Путин, стала действительно повесткой ежедневной активности каждого гражданина, ну или большинства граждан, да, которые активны, необходимы в том числе события в тылу. Вот то, что мы проводим форум сейчас, это вот это такое событие. Надо просто это правильно понимать и понимать, что это не для развлечения, это не для того, чтобы кто-то приехал и развеялся. Это все, как говорится, работа на победу. И мы постараемся, конечно же, провести форум именно с таким лейтмотивом, что все наши инициативы, высказанные на форуме, все наши лидеры мнений, которые выступят на форуме, все наши проекты, которые ведутся для настоящего и будущего в России, все это будет делаться еще с еще большей самоотверженностью, с большим количеством участников, я уверен, после форума, с одной только лишь целью. Восстановлением, цель восстановления нашего Отечества и обретение им собственного лица. То есть нам нужно вернуться в свой цивилизационный культурный код. Вот я приведу пример. Вчера по новостям прошла информация, что мы восстанавливаем технологический суверенитет. Кстати, в «Вестях», в вечерней программе «В Вестях». Нам необходимо как можно быстрее восстанавливать свой технологический суверенитет. И провели это на примере восстановления производства еще советских авиалайнеров Ту. Был Ту-154, самый популярный, потом Ту-204, сейчас Ту-214. На Казанском заводе, кстати, там же, где рядышком, где будет проходить форум, уже 40 машин, 40 бортов закупает Аэрофлот. То есть мы отказываемся от Боинга, от Аэрбасов. Мы понимаем, что это способ поддержания колониальной зависимости России. И символично даже, вы понимаете, я провел определенную прямую параллель. Мы с вами инициировали проведение такого духовно-нравственного, социокультурного, патриотического события в Казани. И вот мы видим, что контракт состоялся. Состоялся контракт, и уже 40 бортов именно в Казани делаются для того, чтобы наша самая крупная отечественная авиакомпания использовала наши отечественные самолеты. И, кстати, самолет делается полностью из российских комплектующих. Можете такое себе представить? То есть он полностью импортозамещен. Уже первый борт под названием «Туполев» уже передан в эксплуатацию. Ну, по-моему, передан спецслужбам или Совету безопасности, не знаю. В общем, кому-то там показали уже, как табличку это открывает прямо в салоне самолета. И показали, что уже стоит на сборке новые борты. И процесс уже идет. Ежедневно работают там чуть ли не в 3 смены. Поэтому вот мы сейчас вот пройдем, понимаете, мы пройдем весь путь восстановления в технологиях, в культуре, в образовании, в воспитании, в информационной сфере. Во всем мы вынуждены будем восстановить суверенитет. И чтобы мы понимали, что это важно и значимо, для этого мы и проводим вот эти форумы. Вот это вот, чтобы была прямая связь, что это и есть борьба за суверенитет. Чтобы у всех было правильное понимание, почему я приглашаю именно проактивных людей или просто людей, которые не безразличны к судьбе своего Отечества и понимают, что без суверенитета Отечества они не смогут ни реализовать себя, ни дать возможности хорошего образования своим детям и будут всегда в зависимом положении, в постоянной гонке за деньгами, как мы до сих пор и находимся, потому что мировыми деньгами опять же управляют Соединенные Штаты. И Владимир Владимирович Путин об этом тоже сказал на Валдае. Он сказал, что поймите, они, говорит, манипулируют нами, включают, кнопочку нажали, денег сколько надо напечатали и управляют. Поэтому как можно быстрее нужно отказываться от доллара. То есть мы понимаем, нужен финансовый суверенитет, технологический суверенитет, культурный суверенитет. То есть сегодня нужно восстанавливаться во всех сферах, возвращаться к себе. И я очень рад, что первый патриотический форум, видите, как вот я подчеркиваю, символизм, Казань восстанавливает технологический суверенитет, это вчера показали в новостях. И Казань проводит первый патриотический форум «Голос Отечества». Поэтому
Я хочу пожелать всему оргкомитету и всем участникам большого успеха в работе форума. И еще раз подчеркиваю, приглашаю всех к участию. Можно безоплатно, есть для этого условия. Заходите на сайт «Голос Отечества», значит, по-моему, .ру, да, как-то, ну, Максим Ильич, я думаю, уточнит, или там в ссылках к видео можно будет указать. Регистрируйтесь и приезжайте. Ничего сложного нет, будем всех рады видеть. Максим Маратович, а вот как вот по поводу участников? Я думаю, что вы знаете, вот, много ли участников сейчас набирается, вот, много ли роликов прислали на отбор? Вообще, как вот обстоит дело именно с участников, участниками, те, кто бесплатно? Да, есть ролики набираются, есть люди уже, которые уже находятся, скажем, в числе лидеров. Если вот другие ролики не пришлют, то вот будут у нас уже участники, которые по это, вот именно по этой линии зарегистрировались. И, конечно, для них и для того дела, которое они делают, и те видео, которые они прислали, заслуживают внимания и заслуживают, ну, какого-то поощрения. Поэтому мы следим внимательно за регистрациями. Сейчас вот еще приходят люди, регистрируются. Мы видим, что все эти регистрации, они на самом деле проходят от довольно таких серьезных людей, которые уже сделали какую-то, ну, свою проделали работу за эти годы, что-то уже есть, какие-то наработки, уже есть какие-то результаты, и вот эти люди как раз идут. Да, у нас так выстроена вот сама система регистрации, что вот абы кто туда, ну, не попадет. Он просто, ему будет лень, он будет там не способен вот это вот заполнить, ему нечего будет написать на те ответы, которые там заложены. Поэтому у нас, конечно, ходят такие обсуждения, может быть, нам изменить условия регистрации и набирать всех подряд, чтобы там оставить только номер телефона и там фамилия, имя. Но все-таки, наверное, лучше, чтобы это было довольно не так просто, как это на первый взгляд, ввести номер телефона и там фамилия, имя, отчество. Как правило, это все вводится автоматически, даже писать ничего не надо. То есть и в таком случае мы будем получим много, но некачественной регистрации, которую еще потом придется разгребать и не знаю, чем еще успеть тратить время и так далее. Легче мы будем следить за тем, кто действительно уже делает работу, кому действительно есть что написать на те ответы, которые у нас прописаны в анкете, и кто готов действительно, ну, участвовать. Вот понятно, тот, кто заполнил, написал, потрудился, это очень ценно, потому что даже намного ценнее, чем тот человек, который зашел там, заплатил 5000 и участвует в качестве спонсора. Вот насколько ценнее те люди, которые что-то делают, это, конечно, очень, ну, лично, на мой взгляд, очень важно и перспективно для самих тех людей, кто будет участвовать на этом форуме. Также у нас там предусмотрен такой концерт в конце выступлений, ну, в конце первого дня форума. И здесь у нас тоже участники набираются именно не по тому принципу, что мы идем там, нанимаем каких-то там выступающих, а именно те, кто, те творческие люди, личности, которые являются патриотами и которые, ну, готовы выступить и показать свои способности, возможности там и все остальное. Вот также у нас идет процесс того, как это все организовывается, ну, на самом деле тоже сплачивается серьезный коллектив, именно организационная часть. Да, есть, конечно, некоторые недочеты, ну, так как
из-за отсутствия опыта. Но все это со временем мы проработаем. И вот этот коллектив, именно который сейчас формируется, на самом деле он очень такой серьезный. Потому что тоже, чтобы в него попасть, надо делать очень много работы. И ежедневной. Именно что здесь, ну, вот те люди, которые просто хотели поучаствовать, но ничего не делать, вот они именно в этом деле себя показывают и, ну, как говорится, тихонечко выходят. А тот, кто готов трудиться именно в первую очередь, это понятно, что это дело, оно в русле патриотизма, и что там никому ничего заработать не удастся, что наоборот, мы туда все вкладываемся, кто чем может, тем людям, которые вносят туда финансовые средства на это дело, это огромная отдельная благодарность, потому что они тоже, как многие есть предприниматели, готовые, допустим, зарабатывать деньги и вкладывать их там в какой-то бизнес, в какие-то там проекты, но мало кто готов вкладывать в те проекты, в патриотические, которые потом в будущем, ну, вот такой вот прибыли, там я вложил, допустим, 5 тысяч, получил 10, вот такого не будет. Здесь именно они именно отрывают от себя, понятное дело, или от своих фирм, но вкладывают это в развитие патриотизма, то есть в наше отечество, в будущее нашей страны, в будущее своих детей. И вот чем больше людей это будет понимать, я думаю, чем больше людей будет заинтересовано в том, чтобы наше отечество развивалось, ну, в данный момент хотя бы просто получило победу вот этой, ну, я даже не побоюсь этого слова, в отечественной войне против натовских захватчиков, которые сегодня уже на рубежах нашей Родины, даже уже внутри нашей территории, на территории Украины, штурмуют, можно сказать, наши уже российские территории. Они вот в прямом смысле, они пытаются наступать, нападать на наши, скажем, превосходящими силами. Там и наемники с разных стран, и вооружения передовые, практически самые последние технологические разработки натовские. Все это находится вот уже внутри наших территорий. И если мы сейчас не выстоим, если не объединимся, опять же, как и в 1612 году, когда именно и купеческие вот эти вот сообщества, предприниматели того времени также вкладывались в ополчение Минина и Пожарского, которые шли и в итоге победили. Вот сейчас такое же ополчение, по сути, собирается, это штабы национально-освободительного движения, которые уже действительно набирают силу, достаточно уже окрепли. 10 лет – это немалый срок. Вот если мы посмотрим, посчитаем все, что было за предыдущие 10 лет, там было много испытаний, штабы национально-освободительного движения все эти испытания успешно преодолели, и сейчас, конечно, они уже действительно выходят на новый уровень, выходят, скажем так, в широкие массы, идут во все сферы, то есть мы сейчас видим, что активисты национально-освободительного движения находятся абсолютно во всех сферах, где только можно, начиная от органов государственной власти и заканчивая таксистами и продавцами. Ну, то есть везде, где только можно, вот это все уже начинает общество, начинает формировать единую идеологическую повестку именно на освобождение Отечества и восстановление государственного суверенитета. Здесь, конечно, вот этот форум, он у нас способствует, вот открывает начало именно нашего вхождения вот в эту сферу деятельности. Да,
Участие, конечно, сегодня, оно, мы надеемся, что у нас будет полный зал, как мы запланировали, да, но, конечно, может быть, и в каком-то месте мы недоработаем, и получится совсем, не совсем так, как мы, допустим, планировали, но все равно старт этому мероприятию, он уже дан, и уже обратного пути нет, и все как будет, как мы, все, что мы сделаем, все, что мы сможем сделать, мы туда, конечно, вложим и будем рассчитывать на то, что и государственные органы, кстати, казанские, администрация города Казани, они тоже присматриваются, да, им тоже предстоит принять непростое решение, мы уже видим, как это решение им дается очень непросто, потому что, с одной стороны, нету никакого административного ресурса, который бы мог в этом на них надавить и сказать, вот вы идите туда и там участвуйте, как это обычно бывает, что где им надо поучаствовать, им приходит заявка, указание сверху, и они идут. А здесь, то есть, этого указания сверху им нет, народ самоорганизуется, и вот им здесь надо принять решение. Либо они идут с народом, либо они уже остаются ждать какого-то приказа, которого, как говорится, сверху не будет, и они останутся, ну, под той административным вот этим состоянием, где будут ждать, пока им там сверху, понятное дело, кто сверху. Ну, естественно, если вот им, допустим, сверху приходила команда поддерживать штабы Навального и так далее, да, и помогать им там организовывать вот эти митинги и прочие мероприятия, то здесь вот в данный момент таких указаний приходить не будет, и вот решение принимать только им. Насколько они с этим решением справятся, кто именно отреагирует, кто будет с народом, кто будет не с народом, это мы посмотрим, как раз тоже будет показано на этом форуме. То есть, естественно, мы не рассчитываем, что кто-то из администрации города будет участвовать, но видим, как их интерес к этому форуму, конечно же, он есть. И они всю информацию мы им передали, все, что необходимо, они получили, все контакты у них есть в случае необходимости, если они примут какое-то решение. Мало того, мы оповестили, ну, практически все средства массовой информации. У нас работает специальный человек, который по связям со средствами массовой информации. Мы отправляем информацию также и в предприятия, которым мы предполагаем, интересно было бы поучаствовать, ну, по крайней мере, с точки зрения даже, ну, их будущего развития. То есть, ну, все равно надо понимать тенденции того, куда идет наша страна и к чему вообще готовиться, в принципе, даже тем же самым руководителям этих предприятий. Потому что сегодня вот такое время, когда никаких гарантий никто никому дать не может. Но единственное условие нашей победы – это наше объединение. То есть здесь отсидеться вот так вот в сторонке и подождать, пока по телевизору объявят, что вот Россия победила в Отечественной войне, такого не будет. Здесь каждый по мере своих возможностей, и даже, я бы сказал, максимально вкладывая свои возможности и усилия в общее дело, в одну победу, которая нам нужна, как говорили наши деды, одна на всех, и мы за ценой не постоим, вот именно сегодня к этому вопросу нужно подойти именно так. И мы даем возможности с нашей стороны этим людям подключиться. Да, они могут не к нам подключиться, они могут где-то участвовать с другими, допустим, ну, организациями в этом направлении, но в любом случае участвовать им придется. И я думаю, предложит им кто-то, у кого-то будет ли вот это вот такое предложение, как о чем мы сейчас говорим, мы этого знать не можем. Но единственное, что оповестить о том, что происходит, мы просто, я считаю, обязаны, и если у нас есть такая возможность, то нам надо это сделать.
Максим Маратович, а вот есть на сегодняшний день какие-то сложности или потребность от наших граждан в волонтерской помощи? Вот, то есть, потому что фонд, он все-таки на средства существует на помощь, да, на волонтерскую помощь, на помощь спонсоров. А вот как-то наши граждане, если кто-то хочет помочь что-то, вот, есть какая-то необходимость вот, или вообще какая-то потребность на сегодняшний день, может быть, для форума или вообще в принципе? Да, есть большая необходимость, есть именно в добровольцах, которые включаются и распространяют информацию, которые имеют, ну, скажем так, аудиторию какую-то людей, которые их воспринимает, которые их слушает, за ними идет. Вот таким людям можно подключаться, давать информацию о том, что будет такой форум, и самим, конечно же, участвовать в этом форуме. Вот для всех наших добровольцев, кто включается в качестве добровольцев в Фонд патриотического просвещения граждан Возрождения, и кто хочет участвовать в форуме, конечно, для них мы высылаем специальные приглашения, потому что это на самом деле мы заинтересованы, чтобы все наши добровольцы прошли вот этот вот, скажем, вот это вот, ну, даже обучение, не обучение, но вот этот вот опыт именно участия в подобных форумах и на будущее формирование именно своего какого-то опыта в этом деле. Потому что нам на самом деле мы все должны четко понимать единое направление, наш идеологический курс, которым идет наша страна. И без, конечно, участия в этих форумах это тяжеловато. Ну, на самом деле, если ты сидишь, смотришь постоянно видео, там, общаешься с координаторами, участвуешь в каких-то акциях постоянно, то, конечно, тогда тебе и на форум, в принципе, ехать и не обязательно. Но если ты ведешь вот такую вот деятельность, и то есть у тебя есть потребность поехать на этот форум, конечно, он даст и тебе много нового. То есть уже здесь ты начинаешь знакомиться с разными людьми, обзаводиться какими-то связями, начинать уже, если человек, допустим, публичный, то тут уже дается возможность как бы, ну, выйти на более широкую аудиторию. Тут в любом случае, вот я считаю, любому человеку было бы полезно находиться на этом форуме и просто даже не выступать, а просто поучаствовать и посмотреть, как вот это все делается, познакомиться, пообщаться, зарядиться вот этим духом, энергией и узнать для себя много нового и интересного, естественно, потому что там вот эти выступающие, которые там будут, у каждого есть огромный опыт, и у каждого есть какие-то проекты, которыми они сегодня готовы поделиться со всеми желающими. Уважаемые зрители, если вы обладаете такими ресурсами, как аудитория какая-то, пожалуйста, распространяйте информацию о предстоящем форуме. Это поможет как можно большему числу людей узнать об этом грандиозном событии и также быть проинформированным вообще о событиях, что происходит в стране, и помочь, в общем, нам вернуть наш суверенитет. Ну, а сейчас я думаю, что мы перейдем к рассмотрению статьи Конституции. Разрешите добавить? Да, конечно, Андрей Аркадьевич. Вот что сказал Максим Маратович. Значит, задача какая вот при восстановлении суверенитета, которую я могу сказать, две ключевых задачи, которые я вот выступление Максима Маратовича могу особенно подчеркнуть. Да, то есть первое, это то, что сегодня в России уже формируется национальное деловое сообщество, национально ориентированное деловое сообщество. Абсолютно верно, что те предприниматели, деловые люди, которые помогают нам в формировании бюджета, в проведении такого знакового большого мероприятия, это не просто предприниматели, это сыны своего отечества. Это действительно подлинные подвижники.
И приятно то, даже не то, что они есть, да, а то, что вот в моей практике, да, вот за последние 5-6 лет я вижу, что их становится больше. То есть это тоже показатель, важнейший показатель, который показывает, что идет пробуждение самосознанности, в том числе и у людей, которые одарены Богом деловыми качествами. Очень важный момент, который хочется отдельно отразить. Поэтому они не тратят свои деньги, они инвестируют их в восстановление своего отечества и в свое будущее, будущее своих детей, внуков, правнуков и так далее. Это первое. Второе, очень важный момент, который тоже хочу подчеркнуть, вот то, что говорил Максим Аратович в выступлении. Почему важно посещать такие площадки, которые организовываются сейчас, вот как форум «Голос Отечества»? Координатор не даст такой широты и такой полноты кругозора и такого спектра идей, которые могли бы быть любой координатор. У него нет такой задачи. Координатор выполняет свою определенную задачу. А здесь именно приезжают просветители, ученые, лидеры нестандартных, уникальных мнений, публицисты, авторы различных мощных, больших проектов. И есть буквально люди-легенды, да, как Владимир Георгиевич Данов, значит, Александр Евгеньевич Устанин, то есть те, которые уже являются, ну, авторами большого количества и литературы, которые они написали, и курсов, которые они ведут по всей стране, и вообще, собственно говоря, имеют за собой такой уже опыт и такой послужной список служения стране, что, ну, к ним надо только тянуться, как говорится. Поэтому это вторая полезность, то, что форум стимулирует самосознание каждого приехавшего на развитие собственных компетенций. Вот смотрите, вопрос стоит в чем? Мы говорили, нужна смена элит. Понятно. Нужна смена чиновников на пронациональные, проотечественные кадры. Их должны менять люди с определенной компетенцией. Причем не просто компетенции вчерашнего дня, а те, которые способны нести идеи будущего и быть способными управленчески грамотно их реализовывать. Поэтому форум выполняет и просветительскую, и образовательную, и инициативную функцию для всех, кто туда приедет. Поэтому еще раз приглашаю всех, кто разделяет идеи патриотизма в стране, кто работает на восстановление единого Отечества, видит лучшее будущее для нашего Отечества. Я всех, безусловно, всех приглашаю. Это очень важно и очень нужно на сегодня. Спасибо. Да, спасибо, Андрей Аркадьевич. Если Максим Аратович тоже нечего добавить, то мы тогда перейдем к рассмотрению статьи Конституции. Хорошо. Давайте тогда сейчас мы рассмотрим 55-ю статью Конституции, я ее зачитаю. Она такая, из трех пунктов. Первый пункт. Перечисление в Конституции Российской Федерации основных прав и свобод не должно толковаться как отрицание или умаление других общепризнанных прав и свобод человека и гражданина. Второй пункт. В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободу человека и гражданина. И третий пункт. Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в которой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. Давайте, Максим Маратович, сначала вы прокомментируйте, пожалуйста, эту статью, а потом уже Андрей Аркадьевич, может быть, скажет так же, как что у них в Беларуси по поводу такой аналогичной статьи. Ну, вот мне на слух сейчас пришло вот это то, что защита конституционного строя, прав и свобод человека. То есть, ну, да, вот эта система, она защищает выстроенные рубежи защиты, которые вот просто так взломать не получается на самом деле. Что такое основы конституционного строя? Вот это как раз те системообразующие фундаментальные вот эти принципы, которые заложены в первой главе Конституции, а именно вот эти права и свободы человека, где человек важнее государства, безусловно, вся эта
Конституции у нас выстроена в таком ключе, что человек, его права и свободы, кем бы он ни был, он становится у нас такой важной фигурой, и государство на его фоне меркнет и вообще не столь значимо. А с другой стороны, государство может защищаться в случае, если вот этот человек, допустим, решит изменить что-то в системе. Система будет всячески этому противодействовать, и вплоть до всех методов, которые там описаны, может сопротивляться. Поэтому здесь вроде как и свободы человека, а с другой стороны и защита системы, вот это выстроены все в одной статье, об этом сказано, что система будет чтобы вот эту систему просто так не поменять, и что вот это внешнее управление, которое в ней установлено в первой, второй главе, они незыблемы. То есть, с другой стороны, и государству дается мало возможностей по отношению к человеку, и с другой стороны, человеку дается мало возможностей по отношению к государству. То есть, есть такая какая-то середина, которая абсолютно защищена, которая пронизывает все наши жизненные, скажем, функции и жизнеспособность государства, все сферы жизни, где заложена как раз вот эта вот самая Кощеева игла, которую будет на самом деле очень трудно поменять. Мы знаем, конечно, механизм, как она меняется. Она меняется путем изменения Конституции, то есть через конституционную реформу. Но именно механизма изменения Конституции, вот в данный момент механизм этот изменения, он очень сложный сам по себе и действительно практически невыполнимый. Для этого нужна на самом деле серьезная воля народа. И мало того, что народ должен этого очень захотеть массово, то есть большинство граждан должны этого заходить, но еще и это же большинство граждан должно этого еще и добиться, потому что система, как тут показано, будет сопротивляться и переходить даже вплоть до каких-то силовых методов воздействия в случае, если где-то будет что-то с нарушением закона. Поэтому вот если проводить конституционную реформу и менять вот эти системообразующие, вот эти фундаментальные принципы, то нужно подойти очень серьезно, нужна очень большая воля народа, и этот народ должен большие силы вложить в то, чтобы это произошло. Мы это видим уже, как и президент в 2020 году, 15 января, на послании к Федеральному собранию высказался по вопросу изменения Конституции, о том, что нужен суверенитет, и от этих иностранных международных органов и олигархических кланов, но система, конечно же, себя в этот момент защитила. И воздействие извне себя очень хорошо проявило, как мы знаем, и это и биологическое оружие было применено, и другие методы воздействия, вплоть до того, что людям начали запрещать выходить из дома, собираться и так далее. То есть вот это все был механизм защиты системы, который как раз, опять же, предусмотрен вот в законах и в Конституции. То есть мы столкнулись вот с этой вот вопиющей, вот этой внешнеуправляемой, как сказал, опять же, президент, сказал, что внешнеуправляемой, безвольной власти, которая потеряла доверие своих граждан. Вот это действительно в этом есть
большой смысл, потому что доверие граждан, оно легко его можно потерять, но очень трудно восстановить. Поэтому вот эта система, которая сегодня, ну, безусловно, уже терпит изменения, идут все необходимые реформы, но мы видим, как она сопротивляется. Ну вот вы говорите о том, что вот эта защита системы, вот на самом деле, наверное, логично, потому что враг для нас написал Конституцию, и он хотел, чтобы мы ни в коем случае никак не могли это изменить очень просто. То есть, чтобы для того, чтобы это изменить, мы должны приложить очень-очень большие усилия. Ну, а мне бы хотелось задать вопрос. Вот мы сейчас пытаемся вернуть Конституцию, то есть, чтобы она была суверенна. Но нам же тоже нужно какие-то предусмотреть вот эти защитные механизмы вот в нашей новой Конституции. Максим Арапович. Ну, это уже будут делать вот эти институты, которые должны это все четко, ну, понимать, о чем идет речь. Каждая статья должна быть, безусловно, очень взвешена. Это понятно. Поэтому тут, ну, самого народа будет недостаточно. Здесь должны работать специалисты. Андрей Аркадьевич, вот что вы скажете по поводу вот этой Конституции 55-й? Есть у вас аналогичная ваша Конституция в Белоруссии? Вы знаете, у меня нет с собой сейчас текста, но я увидел три момента. Первое, действительно, защита конституционного строя. Что за строй, какая конституция, поскольку это основной закон, и от него пишутся все государственные законы. Поэтому важнейший момент, какая парадигма национально ориентирована или на внешнеуправляемо ориентирована, заложена в саму конституцию. То есть это все верно, и этот процесс придется пройти и сформировать ее действительно национально ориентированной в полной мере, от начала и до конца, осознавая ее, ну, в общем, то есть у нас должен быть конституционный суверенитет, это понятно. Это юридическая часть вопроса, как технологический суверенитет, как культурный и так далее, и так далее. У нас должен быть еще и конституционный или юридический суверенитет обязательно оформлен. Что касается прав и свобод, вы знаете, мы очень много действительно сегодня говорим о правах и свободах. Уравновешивать их должны, конечно же, обязанности каждого гражданина, который должен быть ответственным за своих родителей, за своих детей, за свое государство и быть тем участником общественного развития, строительства, который должен, ну, соответствовать духу времени. Поэтому, когда слушаешь много права, свободы, все время хочется спросить, какая же статья уравновесит обязанности, уравновешивает, да? И третий момент, положительный, который я услышал вот в трактовке статьи, это то, что защита федеральным законом нравственности и здоровья. Очень важно, что мы выделили два компонента, которые не позволяют срабатывать англосаксонской матрице. Англосаксонская матрица, первое, что делает на своих колониальных территориях, она уничтожает мораль и нравственность и делает так, чтобы люди подрывали свое здоровье с помощью разрешенных наркотиков, ну и с помощью различных ядов там, и так далее, которых сегодня уйма, как говорится, они создаются в биолабораториях. Поэтому то, что прозвучал вот этот концептуальный момент, сохраняющий здоровье и нравственное здоровье в том числе, это уже, я считаю, огромнейший шаг вперед. Но работа еще предстоит большая, с этим я согласен. Понятно. Спасибо большое. Можно я еще тоже внесу? Да, Максим Арутович. Здесь вот именно мы понимать должны, что вот в этой Конституции, где они пишут про нравственность и вот это нравственность и здоровье, то они подчеркивают, что это основы конституционного строя, где вот именно параметры этой нравственности и здоровья для нас определяют международные специализированные учреждения. То есть, что касается здоровья, это Всемирная организация здравоохранения, ну, а нравственность – это уже вообще полностью международные нормы, так как нравственность определяет идеология, а идеология у нас запрещена. То есть нам все это очень грамотно, они под красивыми словами заложили такую, скажем, мину, где под словом, почему у нас идет сейчас безнравственность, вот это вот вообще на самом деле в Конституции закреплена нравственность, а на деле мы видим наоборот, именно потому, что вот это понятие нравственности для нас формируем не мы. То есть как бы мы не хотели быть нравственными,
извне на нас идет вот это вот все, что под нравственностью понимают именно они для нас. Вот. Но тем не менее, написано, что федеральные законы должны защищать, то есть в части нравственности и здоровья. То есть вы понимаете, все правильно. Но очень важно указывается, что у нас есть инструмент, который может позволить нам даже в условиях вот такого оккупационного механизма принять решение, которое будет нас защищать. Оно будет идти не в строку, не в дугу, как говорится, но лазейка определенная прописана. Поэтому еще вперед. Сама система должна быть полностью. Так, Андрей Аркадьевич, я так понимаю, отключился. Вот, Максим Аратович, все-таки я хочу вернуться к первому пункту вот этой статьи и вот еще раз уточнить. Вот здесь вот, так сказано, перечисление в Конституции Российской Федерации основных прав и свобод не должно толковаться как отрицание и умаление других общепризнанных прав и свобод человека и гражданина. То есть все-таки здесь еще раз как бы акцент на том, что мы придерживаемся международных прав. То есть неважно, что в нашей Конституции написано, но международные права все равно, международные права и свободы все равно выше. А именно так. Международные нормы и принципы являются частью нашей правовой системы, и именно они для нас являются, так скажем, определяющими. Поэтому вот все, что мы бы не думали, как бы мы ни хотели, но вот для нас именно наше решение, решения внутри страны, они ничего не значат по сравнению с теми принципами и нормами, которые для нас определяют международные специализированные организации. Ну, естественно, все эти организации, они подконтрольны Соединенным Штатам Америки, так как мы уже понимаем, что американский однополярный мир действует. И поэтому вот все, что для нас сегодня вырабатывают вот эти международные организации американские, они как раз и вносят, вот наносят нам большой вред и ущерб, с которым мы сегодня сталкиваемся вот уже в ежедневном таком режиме. Но получается, в нашей обновленной Конституции вот должна присутствовать статья, которая защищает эту Конституцию от изменения, вот, скажем так, внешних организаций. Но потеряла мысль. В новой Конституции должно быть закреплено. Да, но должна быть все равно какая-то защита вот от этой вот от внешней организации, но все, я потеряла. Вот как раз пытаюсь сказать, что идеологический стержень, патриотизм и патриотически настроенные граждане должны находиться в управлении государством. В любом случае, идеологический стержень, если он будет правильно сформирован и будет поставлено действительно достойные процессы воспитания и другие вот различные механизмы, которые будут способствовать вот культурному, нравственному, нашему историческому пути развития, то, конечно, будет очень сложно сюда оказать какое-то влияние извне. Тем более, если мы уже понимаем, кто такие иностранные агенты, у нас уже это сформулировано в законе, то обойти вот этот закон уже вот этим организациям и различным их агентам будет сложно. На самом деле мы же понимаем, что этот закон, он будет формализован и он будет усилен в будущем. Вот то, что сейчас есть, это только начальная стадия, и он еще не работает. Но он, когда он будет работать, вот обойти и войти со стороны вот того, как раньше делался вот этот американский однополярный мир, здесь уже не будет возможным. То есть иностранный агент, человек, который увлечен
в связях с иностранными государствами, там, получает финансирование, имеет счета, недвижимость, имущество за рубежом и так далее, он будет просто ограничен в своих возможностях. У него не будет возможности находиться на государственных должностях, у него не будет возможности доступ к средствам массовой информации, вот, ну, официальным, государственным, таким федеральным. У него не будет доступа к образованию людей. То есть он, у него будет узкий коридор возможностей. Вот работай, да, ты получаешь деньги из-за границы, вот ты можешь заниматься бизнесом, вот ты можешь там работать на заводе, но, извини, в политику уже и в средства массовой информации, и в образование тебе дорога закрыта. Все. После этого уже вполне себе будет, можно сказать, что государственная вот эта машина, суверенная государственная машина, она защищена от внешнего, скажем так, вторжения, ну, в плане политическом, там, идеологическом, еще как он. Вот, поэтому это сделать несложно на самом деле, но для этого нужна на самом деле воля народа и грамотно закрепленные вот эти основы законодательного строя, то есть я не говорю, что это может быть конституция, может быть не конституция, может быть, каким словом будет назван этот основной закон страны, вокруг которого будет выстроена вся законодательная система, но это тоже не столь важно. Вот, например, в Англии вообще нет конституции, у них совсем другой государственный строй, но тем не менее тоже очень жизнеспособный. И я напомню, что Конституции в Российской империи тоже ее не было. Она появилась буквально вот перед тем, как ее разрушали. Вот. Давайте сейчас вот Андрей Аркадьевич подключается и продолжим. Так, ждем Андрея Аркадьевича. Он сейчас подключится и... Мы попробуем все-таки услышать его мнение тоже по поводу этой конституции. Андрей Аркадьевич, вы можете продолжить, на чем вы остановились? Здравствуйте. Здравствуйте. Еще не закончили, нет? Нет, мы еще продолжаем. Продолжаем еще. Вы можете еще высказать свою мысль. Нет, выбило, да. О чем говорим? Мы продолжаем еще обсуждение 55-й статьи Конституции. Мы как раз сейчас обсуждали первый пункт, в котором все-таки прописано, что перечисление в Конституции Российской Федерации основных прав и свобод не должно толковаться как отрицание или умаление других общепризнанных прав и свобод человека. То есть еще раз здесь закреплено действие, преобладание действия международных прав, так сказать, свобод человека над правами в Конституции Российской Федерации. Да, но они в права и свободы общепризнанные. Записали 3 туалета в школе, ЛГБТ-пропаганду и так далее. Поэтому то, что вот, кстати, ответ на вот эту вот, на эту их экспансию, это сейчас принятие закона о запрете ЛГБТ-пропаганды. Это вот и есть, кстати, вот лазейка, которая прописана вот здесь, в этой статье, что федеральным законом можно ограничить то, что разрушает нравственность и здоровье. Поэтому вот сейчас идет борьба, по-моему, если я понимаю, сейчас в каких там чтениях обсуждается этот закон. Поэтому мы действительно находимся в переходном периоде выхода из-под вот этого колониального влияния. Почти 500 лет безраздельно западноцентричная картина мира господствовала. На Валдае, обратите внимание, практически Путин Владимир Владимирович закрыл эту дверь прошлое. И в основном старались говорить о том, что происходит сейчас, и о будущем. Куда двигаться, какой должен быть мир. Вот. Поэтому то, что мы будем еще от этих всех якорей и гирь на ногах освобождаться всем народом, всей страной, и каждый должен это сделать будет максимально осознанно, участвовать в каких-то движениях, инициативах, в том числе и в форумах, и в специальных военных операциях и в каких-то гуманитарных миссиях, это должна быть воля народа. Она сейчас включается, и поэтому мы видим, все происходит на наших глазах. Только пожелать нам успеха в этом деле нужно и победы. Да, вместе мы сила, все вместе мы победим.
Да, да. Не только Ахмат сила, а вместе мы сила, да. Ну, не зря же День народного единства все-таки мы праздновали, и не зря 4 ноября он назван День народного единства, потому что когда народ только объединится всеми усилиями, только сможет победить на самом деле. Да, ну вот сейчас вот обратите внимание, как непросто, да, из иждивенческого потребительского состояния, когда, ну, допустим, та же статистика говорит, что там 112 тысяч или 113 выехало только в Грузию, по-моему, да, то есть выезжают люди боеспособного возраста, значит, в основном мужского пола, те, которые являются, ну, должны быть защитниками своей родины, то есть безродные люди, не знающие своего родства, порой даже ненавидящие свою родину. То есть мы сегодня проходим одновременно, в том числе и глубинную социальную чистку, естественным образом. Кто-то бежит в Эстонию, кто-то в Латвию, кто-то в Польшу, кто-то в Германию, кто-то еще куда-то, несмотря на то, что мы видим, как ускоренно деградирует сама Европа. И, в принципе, англосаксы поставили на уничтожение, на экономическое, культурное, моральное, психологическое истребление Европы вообще как субъекта, полное. И только Россия может помочь, в общем-то, Европе удержаться, потому что они сейчас падают до уровня, когда там начнутся гражданские. А при том количестве беженцев арабского востока, который туда завезен, да, такое количество, они очень сплоченные, они голодные и злые. Для них белое население Европы – это раздражитель, вот, который какие-то права у них забирает. Поэтому я думаю, что там очень серьезный непростой период. Как сказал Владимир Владимирович Наволдай, опять же вернусь к его речи, у нас ждет большое десятилетие непредсказуемое. Да? Но оно будет более непредсказуемо именно для тех, кто не создал национальный, отечественной повестки собственной, кто не объединяет усилия в созидательном действии и не объединяется с Россией в этой освободительной борьбе. Именно эти государства будут пострадать и народы больше всего. Вот сейчас мы находимся поэтому в историческом моменте, в котором надо просто находить свои фронты, свою активность и максимально себя реализовывать каждому человеку. Здесь нет шаблона. Здесь каждая сфера важна, каждая сфера. То есть, допустим, вот как я всегда говорю, что если вы патриот, то первое, что вы должны понимать, что ваша родина вымирает. Ну вот первое, что вы должны понимать. Ваша родина вымирает. Значит, какое вы должны сделать действие? Вы должны нарожать как можно больше детей, здоровых, крепких, любимых, которые станут настоящими гражданами и никогда не предадут свою родину. Они должны быть патриотами и должны быть воспитаны вами как патриоты. И вы должны им показывать всю свою жизнь, такой пример. То есть это простой вот такой маркер, который, когда человек кричит о себе, что он патриот, ты, пожалуйста, расскажи о своем социальном портрете, я всегда спрашиваю. А потом расскажи о том, а как ты повышаешь компетенции, в какой сфере ты развиваешься, где ты специалист, на которого родина обопрется в том, чтобы создать себя лучше, чем вчера. Или ты просто так, скажем так, готов там ящики носить. Ящики носить тоже надо. Тоже важно. Но обратите внимание, что оккупант работает против нас очень интеллектуально, очень продуманно, на несколько шагов вперед, просчитывая алгоритмы и нашей ответной реакции, и возможных инструментов, чтобы нас, опять же, нивелировать всю нашу созидательную энергию. То есть нужно быть с развитым интеллектом, надо быть человеком, который во многих сферах готов вести дискуссию, надо быть специалистом, который развился в конкретной сфере и готов помогать соотечественникам в этой сфере развиваться на такой же уровень. Вот сегодня как нужно ставить вопрос, если человек называет себя патриотом и нодовцем там, или кем-то еще. Да? Обязательно только карабкаться вверх. Это и есть помощь нашему Отечеству. Поэтому сегодня это вызов для каждого из нас. Да. На этой замечательной ноте мы будем заканчивать наш эфир. Спасибо большое, Андрей Аркадьевич, Максим Аратович, за ваши ответы на вопросы, за участие в эфире. Я еще хочу сделать небольшое объявление для наших зрителей, что у нас в канале, в телеграм-канале «Голос Отечества» есть опрос, темы, которые вам интересно смотреть на нашем канале. Пожалуйста, поучаствуйте, если еще вы не поучаствовали, потому что в ближайшее время мы закроем этот опрос. И мы хотим сделать эфиры лучше для вас, поэтому мы вот, нам интересно ваше мнение. Еще раз благодарю Максим Маратович и Андрей Аркадьевич вас за участие в эфире. А с вами я на сегодня прощаюсь. Завтра смотрите эфир с Мариной Журавлевой.
Всего доброго. До свидания. До свидания. Всего хорошего. До свидания.